По одному году лишения свободы за каждую 1000 рублей может получить 19-летний житель Зеленодольска. Он, как установили следователи, вымогал деньги у своего товарища, но последний обо всем сообщил правоохранительным органам и на передачу наличных пришел вместе с полицейскими. Алина Бережная знает, что было дальше. За что здесь задержан, не знаете? А? Вы не будете что говорить? Говорить в присутствии видеокамеры стесняется, но ночью 8 марта, как сам же сознался следователем, таким скромным не был. В женский день, приняв спиртного, он ворвался в комнату своего 18-летнего знакомого, с которым жил в одном из общежитий. Вел себя, при этом, как гласит уголовное дело, агрессивно. И требовал молодого человека 7 тысяч рублей. На что были нужны деньги и почему именно такая сумма, не уточнил. Однако денег у 18-летнего местного жителя при себе не было. Тогда он обещал подозреваемому принести их на следующий день. О случившемся потерпевший сообщил в полицию. Передача денег состоялась под контролем оперативников уголовного розыска, после чего 19-летний подозреваемый был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Вменяемая подозреваемому вторая часть предусматривает до 7 лет лишения свободы. Свою вину задержанный признал. Окончание следствия он будет дожидаться под стражей. Лена Бережная, вызов 112.